Более 900 миллионов рублей будет направлено в этом году на субсидии на молоко кубанским сельхозпроизводителям. Только за первый квартал года в крае запланировано выплатить более 300 миллионов рублей субсидий на реализованное или направленное на собственную переработку молоко. В текущем году этот вид субсидий впервые выплачивается ежеквартально из расчета 1 рубль 54 копейки на килограмм молока высшего сорта и вдвое меньше за молоко первого сорта. Сумма оказываемой господдержки по сравнению с прошлым годом выросла на треть. Всего в 2016 году регионам на развитие и поддержку отрасли животноводства будет направлено почти 3 миллиарда рублей.